Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы продолжаем играть в игру Pocket Mortis. В прошлой серии мы с вами собрали три значка, которые нам не хватало для битвы с членом совета. Вот, у тебя достаточно значков, чтобы сразиться со следующим членом, в смысле совета. Так. И похоже, у меня опять что-то с управлением. Управление, это что? Короче, сейчас я, наверное, буду проверять. Неужели только мышкой вот так вот? Сейчас. Давайте я сейчас проверю денежки. Ух ты, ё-моё. Тут прикольно. Так, давайте все инвестирую. Ну-ка, а сейчас не работает клавиатура. Что такое? Работал уже недавно. Короче, сейчас я быстренько настрою. Точнее, давайте я вам объясню, что сейчас будет в серии в этой. Короче. Эта серия будет из двух частей, грубо говоря. Вот, первое, я, короче, сделаю небольшую подготовку денежную, да? Потом закуплюсь в магазине, вот в этом. И после этого я пойду на махач с членами совета, да? Но для начала я действительно что-то сделаю с управлением, потому что все клавиши у меня что-то вдруг перестали работать. Смотрите, все заработало. Не поверите. Только я сказал, что буду сейчас все настраивать, только нажал на остановить запись, что, чтобы не это, не видеть, что я тут делаю, потому что, ну, мало как ему интересно. И у меня все заработало опять. Я ничего не нажимал. Только вот кнопку в UBS нажал, которая никак не связана с BlueStacks, тем более с настройками управления, да? Все само. Да. И самое главное, я мышкой нажимал вот первые 2 минуты, которые вы смотрели, когда я там все объяснял. Я вот на эти вот стрелочки и на букву А нажимал конкретно курсора мыши. Вот, так как я сейчас записываю без курсора, все вы его не видите, но, наверное, вы слышали нажатие мышкой, когда я нажимал на клавиши. Ну, короче, ладно, неважно. Это вот такая вот фигня бывает. Я не знаю, с чем это связано. Вот, короче, как я говорил, мы сейчас будем тренироваться. Так, давайте посмотрим здесь. Внешность Морти почти ни о чем не говорит. Параметры и описание Морти смотри на панели Морти. Музыка тут прикольная, да. Распродажа. Ботинки Морти совсем не ношенные. Прикольно. Так. Рик радуется. Проводу. Давайте вот этого побьем. Мы его даже не будем ловить. Хотя могли бы. Он 15 уровень, кстати. Хотя ладно, фиг с ним, не будем его ловить. Нам сейчас нужны денежки. Вот, будем
драться со всеми прямо до конца, чтобы очухаться в этом самом. Около больницы. Да. 255, хорошо. А, так, может быть... Конечно, прикольно драться против таких вот единичек. Так, ну-ка, я здесь могу пройти вот так вот. Прикиньте, смог. Так, вот здесь... Ух ты, какой-то повар, смотрите. Кстати, повар, да, вспоминаю, был такой. Вот повара у меня точно нет. В моей коллекции. Кто ты? Ножницы. Шеф-кондитер Морти. Может, поймаем? Почему бы и нет? Так. Вот так. А, предмет. Давайте чип контроля применим. В глаз ему. Отлично. Теперь у нас есть шеф-кондитер. Ничего себе. 14-й, редкий. Хорошо, отлично. Вот. Очень даже неплохо. Все, давайте теперь тогда будем драться вот с этими вот ребятами. Так, ой-ой-ой. Ножницы против нас, против бумажки. Мы тогда берем камень. Кстати, канцерогенного Морти надо, блин, поменять. Потому что у меня их два, и они никак не синтезируются у меня. Я, честно, пробовал. Ухмылка Морти. Вы видали? Уличный псих Морти попытался испугать канцерогенного Морти ухмылкой. Вы видали ухмылку канцерогенного Морти? Ай-яй-яй, зачем я это сделал? Ладно, фиг с ним. Вот этот Морти, безглазый Морти, он, ему очень просто драться сейчас с канцерогеном, потому что он тупо его не видит. Если бы он видел, с кем сражается, он бы с ума сошел бы. Это у нас была бумага, да? Давай девочку Морти. Феном его посушим. Вот так. Бля, это кто такой? Тыква Морти. Ну, собственно, можно было бы догадаться, что это тыква Морти. Скрючиваем. Продолжаем скрючивать. Ну-ка, может быть... Нет, фен не будем тратить. Ну-ка, давай. Рискнем. Еще одно скрючивание. Эх, блин, жалко. Вот тут, да, люблю рисковать, потом тратить своих Морти просто так.
this one, Morty. I'm doing the best I can. Давайте хруст ему сделаем. Все, готов. Восемнадцатый уровень. Продолжаем. Ну тут уже обычными атаками. Сейчас мы его продолжим побеждать. Хипарь Морти. Хипарь против дикаря. Если 10. О, сыворотка еще одна. Хорошо. Нет, не надо мне ничего. А, да. Вот этих вот ребят, которые вот появились синие. Это кто такой? Большеголовый Морти. Побеждаем. Просто вот сразу. Берем и побеждаем. Внимание. А что это за внимание такое? Давайте еще раз. А, это улучшение. Атака, защита. Уклонение. Критический удар. Слушайте, вот это вот неплохо. Так, ну давайте последний удар, нейтрализация. Давай, нейтрализуем. Хорошо. 210. Так, а сколько мне сейчас будет денег? 1100. Так, давайте я пока что накуплю вот этого. Вот предметы. 5 штук. Большая сыворотка. 2 штуки. Мне бы хилзингеров бы накупить. Мне тут еще мистер Мисикс есть. То есть его тоже можно будет использовать против этого самого другалька в совете. Так. Сейчас мы походим, посмотрим, может быть, тут еще кто-нибудь ходит, какой-нибудь одичавший Морти. Так, а здесь мы что-нибудь сможем? Так, смотрим. Мутировавшая клетка бактерий. Можно сейчас... восстанавливать 200 ОЗ, да? Давайте я вот это вот сделаю. Я не знаю, зачем я это делаю прямо сейчас. Но я все-таки это сделал. Все, хорошо. Ну, по крайней мере, у меня стало чуть больше крутых зелий. М-м-м.
Да, поймал. Ну ладно. По крайней мере, мы можем не вывести, но зато мы... Зато мы можем прокачать. Опять хипарь. Опять хипарь. Ох уж эти хипари. Молодежь, блин. Критический удар. Так. Прокачайся, пожалуйста. Нет, не прокачался. Ой, ножницы, сейчас он нас это самое прибьет. Прибил. Тройной мортир у нас. О, последний как раз. Ну давайте последнего мортир потратим. Молотило, давай. Ох, батуна мы должны вообще легко уделать. Давайте еще один хруст. Готов. Сто восемнадцать. Обычный. 13 уровень. Ну, попробуем. Попробуем его победить. Защита. Точность падает. Но зато у нас атака растет. Хруст, давайте. Безнадежная атака, которая его убила. Нифига себе. А вот интересно, затащим сейчас или нет? Скорее всего, нет. Так. Молотило давайте. Ладно, фиг с ним. Я вот сейчас просто сидел, думал, а может использовать мне лечилку, но, как вы видели, я ничего не использовал, да. Вот. Так, хилинг центр, давай. Да, сейчас он нас вылечит. Вот он вылечил нас. Молодец. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас денег. У нас вроде как мало денег должно быть. Привет, привет, чем могу помочь? Говорит нам продавец. 160, да. Сейчас. Может быть, я сейчас схожу еще раз. Еще на одну вылазку, вот такую же, да? Вот. И после нее уже посмотрим. Лё, смотрите, прикольно. Как. Так, сразу вот на таких вот морти одичалых мы нападаем, потому что, сами понимаете, да? Сгусток морти, фу-фу-фу. Так, молотило. Ну-ка. Вот косой, а. Влажный поцелуй. Вы прикиньте, сгусток Морти целует влажно. Это фу. Так, дальше мы. Это самое. Сгусток. Ну, так, хорошо, это тоже. Мы, по-моему, уже что-то можем купить, но это не точно. Так. Опа, вот эта вот коробочка у нас там, видите, внизу лежит.
лежала, точнее. Так, гоним вот этого Морти. Смотря где он сейчас остановится. Отлично. Просто опасно. Он мог остановиться. Мне пришлось бы либо через тренера ходить, либо тратить время, чтобы обойти. О, вот это вот, наверное, сейчас мы еще победим нашего Морти, прапорщика прокачаем. Если прокачаем, конечно. Костюмы, туфли, давай. Нет, не прокачали, ладно. Сейчас я отомщу тебя. Да, вот как видите, у меня какой-то меры нет. Когда нужно сбежать, я такой стою, ломаюсь. Думаю, а стоит ли? А стоит ли вообще убегать? Так, тут ничего нет. Так, отлично. Ничего тут нет. О, смотрите, еще один стоит. Сейчас мы его поймаем. И деловой Морти. Мы его уже встречали. А я вот не знаю. А, нет, нормально такой. Нормально мы его так лупим. Ну, хотя он 15 уровня, мы его по прокачанию получаемся. На самом деле у нас уже денег-то, наверное, достаточно. Сейчас я вот так вот обойду. Клетку бактерии взяли. Ладно, давайте мы сейчас вот с этим сразимся. С имя у него. Ксыкутупик. Офигеть. Это какой-то, блин, почти как Ктулху. Морти раб на производстве плюмбусов. Кстати, у кого-нибудь есть плюмбусы? Очень интересно было бы посмотреть на плюмбусы. И посмотреть, как они работают. Продолжаем. Тактика у нас такая же. Фанат 4 сезона. Мы, по-моему, 3-го видели еще. Мы его победим. Спорим. Спорим, спорим. Победим. Есть, победили, хорошо. Вот, у нас талисман Дикарь Морти, если получится его сейчас прокачать. Мы его прокачаем. По-моему, не прокачается. 30 опыта, ну это слабовато, да. Продолжим. Эпический. Сейчас у нас... Подождите. Замена. Камень. Плюемся давай. Заплю его насмерть. Отравил. Отлично. Можно его
Просто теперь добивать. А и зачем я плевок сделал? Ну, хотя его вылечили. Раз, два, три. И плюс еще отрава. Хитер противник. Кролл. Кролл у нас. Камень бьет ножницы, насколько я помню, да? Так что мы его сейчас победим. А победа — это хорошо, мы дополнительные деньги получим. Дополнительные деньги — это дополнительные лечилки. Плутонический камень еще классно. Так, что ж, тебе мы победили. Теперь давайте вот это вот уголька мы попробуем. Мягкие балуги. Вот, это какой-то снеговик из жижи. Жижевый снеговик. Вот этого мы сейчас сразу потеряем. Вот так. Так, давай. Давай ты хотя бы победишь. Ну, хорошо. Мало опыта получит. 108. Давайте продолжаем. Ну, сейчас смотрите, бах, все. И нашего плевальщика нет. Что ж, осталась одна девочка. Сейчас мы феном его. Фигак. И потом расческой. Фигак. Все, готов, редкий. Редкий прапорщик. Ух ты. Может, и хоккеист? Хоккеисты они, ребята, сильные. Мы сейчас проиграем, ну и ладно. На самом деле, этого же я и добиваюсь. Я даже вот не лечу своего Морти. Да, взглядом смерти нас победил. Смотрите, Рик Боку было написано. Типа есть Рибок, а тут Рик Бок. Интересно, как называется у них тут Adidas и Nike. Какая-нибудь еще Puma и все дела. Так, смотрите, мы вылечились. Мне кажется, что мы сейчас будем готовы к Махачу. Размечтался. 1030. Давайте мы вот так купим. Вот. Ох, что-то я немножко очкую. Вот к этим ребятам идти сейчас. Но, по крайней мере, если не получится сейчас победить этого члена совета, еще одного, то мы, по крайней мере, будем знать, какие у него там Морти по силе. Вот он, четвертый. Нас очень не повеселила твоя история с портальной пушкой, Рик. Возможно, мы опубликуем книгу об этом. Вот этот, кстати, похож, напоминает мне этого из «Властелина колец» Сарумана.
Давай покончим с этой битвой. Хочу еще посмеяться над твоей бессмысленной жизнью. Какие, ну, какие они тут надменные вообще. 17. Ох, ну давайте. Замах. Всплеск, я не знаю. Всплеск сейчас. А, ну. Нормально. Мог бы лучше. Вот, видите. Зараза. Ну, хорошо, что зеленым. Зеленой лечилкой вылечил. Ну, этот Морти слабоват. И мы прокачались. Классно. О, лё. Так, давайте продолжаем. Головастый Морти. Вы помните, видели одного головастого Морти, но он там маленький был, а этот прям надутый весь. Как будто его намеренно надули, как шарик. Давай хотя бы... мы же не зря брали. Давайте большую сыворотку ему дадим. О, как раз, смотрите, 52. Вот, а если бы мы мелкую сыворотку дали, нас бы уже тут это самое... того. Можем как раз и вот эту вот сыворотку дать. Хотя он нас все равно за два удара и прибьет. Молотило, давай, ты сможешь... Да, вытерпел удар последний, класс. Ну-ка, дауншифтер. Давайте продолжаем. Отлично. Так, этого дауншифтера, блин. Хорошо, мы по крайней мере двоих Морти. Это самое. Давайте прапорщика. Я, блин, не помню. А, бумага против бумаги, нормально. Не буду я, значит, с... Так, это бумагу вызвали, да? Сейчас мы ножницами их. Главное, что мы успели долбануть его. 20 уровень, нифига себе. Сейчас мы феном. И расческой. Так, предмет. Лечимся. Раз. Ох, не выживем мы. Да, даже так. Ножницы, у нас есть камень. Канцерогенный Морти. Правда, он не такой сильный. Так, пинок. Хотел нас пнуть, прикиньте. Он же сейчас нас завалит вообще. Да чё ты промахиваешься? Второй раз уже плевком промахиваешься. Отравить куда? Ух, не знаю, давайте молотила его. Почти добили. Тебе давай. Феном. Есть. Чуть-чуть осталось. Так, прокачали девчулю. Зашибись. И прапорщик прокачался.
Так, продолжаем. У него два Морти осталось. А у нас, кстати, сколько? У нас целых три. Мы можем, кстати, взять предмет Хилдингер. Оживить вот этого Морти, потому что он у нас девчуры пускай, да, убивают. Ничего страшного. Ничего страшного. Талисман Дикарь Морти, давайте. О, если Талисман Дикарь Морти победит молотоголового Морти, он у нас прокачается, кстати. Да. Да мы даже тебя побьем сейчас. Да ладно. Всплеск. Ой-ой-ой. Так, предмет. Да, давайте вот так вот мы его полечим. Вот это вот я на самом деле не знаю. Не докачался чуть-чуть. То мы его видели, да? Реально, если бы победили бы. Есть. Еее, 17 уровень. Продолжаем, потому что сейчас бумажка победит. А, у меня ж тут нету бумажной атаки. Ой-ой-ой. Так, предмет. Один на один. Сейчас деремся. Молотило, давай. Есть, победили. Чуть-чуть оставалось. Тысяча. Пока что самая большая, большой кусок опыта. Максимус Рикимус. Тысяча. Достижение. Вот это на самом деле на соплях. Так-так, кто-то хорошо потренировался, хоть какой-то смысл в твоей жизни есть. Но вот ведь какая штука, получить портальную пушку ты все равно пока не можешь. Из-за нее у некоторых риков появился конъюнктивит. Нужно провести ряд тестов, чтобы убедиться в ее безопасности. Возвращайся, когда у тебя будет 20 штук значков, и мы поговорим. Но мы его, главное, победили. У тебя достаточно значков, чтобы сразиться со следующим членом совета. До боя со следующим членом совета тебе не хватает значков 9. Ого! Ого-го! Это очень классно. Я думал, что я его не одолею. Что ж, я думаю, что в следующий раз будет намного сложнее. Вот, и поэтому нам нужно что сделать? Сейчас я сюда загляну. Посмотрим мы, значит... Лагерь у нас, да? Нам, короче, нужно качать наших Морти.
Вот, я не знаю. Поискать. Ну, когда мы все равно будем, когда искать значки, мы прокачаемся хоть как-то. Да? Вот. Это я сейчас специально хожу, соображаю. Вот, прокачаюсь. Ух ты, смотрите, двое одинаковых, только один розовый, другой желтый. Прикольно. Прокачаюсь, наберу как раз денежек, понакупаю тут всяких вещей побольше. Всяких, знаете, хилзингеров, всяких лечилок, прочих хороших вещей понакупаю. Вот, и тогда я, наверное, буду готов. Так как у этого Рика были Морти уже 20 уровня, значит, у следующего Рика будут Морти более чем 20 уровня, выше 20. Поэтому нам сейчас нужно реально как-то поднимать их уровень. Вот эти вот Морти, 18 уровни, 17, ну, не знаю, мне кажется, что как-то близко к 20-му, но я все равно затащил вот на этих вот уровнях. Короче, такие дела. Посмотрим, как оно будет дальше. Вот. Ну и на этом мы заканчиваем. Мы сегодня молодцы. Мы сегодня вообще затащили такого сложного Рика. Вот. Собственно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть на нее в описании к этому видео. Вот. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.